Около 100 работ учащихся детской художественной школы изобразительных искусств города Бреста представлены на суд посетителей выставочного зала на Советской в рамках традиционной ежегодной экспозиции. История города в достопримечательностях и лицах уже не первый год. Именно эта тема является главенствующей. Большинство картин – дипломные проекты, которые так или иначе связаны с родными для каждого брещанина уголками города. Выставки в основном – это дипломные работы этого года и предыдущих, наверное, 2 года. Мы выбирали, старались самые лучшие, и тематика была такая – направление «Брест». Так как в этом году 995-летие, и нам хотелось вот сделать такую к юбилею города, сделать выставку, в которой немножечко Брест есть, в каких-то разных вариантах, в разных видениях, чтобы дети показали вот свое отношение к родному городу. И педагоги, и выпускники художки, как ее называют в народе, признаются, что будут скучать по тому времени, которое провели в стенах учебного заведения. Не один год они вместе постигали азы науки владения кистью. И несмотря на радость момента получения диплома, грусть – непременный спутник подобных мероприятий. Если говорить о том, как все начиналось, знаете, как бы мои желания совпали с моими родителями. Мне нравилось творить, мне нравилось рисовать. Мои родители привели меня еще, наверное, 8 лет сюда. И вот уже сейчас в этом году мне 18, получается, около 10 лет я проучилась здесь. И ну, я считаю, что эти годы я не провела не зря здесь, потому что ну, именно здесь зарождался мой талант, наверное. Потому что если его не развивать, конечно же, ничего не получится. Традиция проводить выставку работ своих выпускников существует в школе уже не один год. Но на подобной специализированной площадке экспозиция демонстрируется впервые. Организаторы уверены, что выход на новый уровень вполне оправдан. Каждое следующее поколение юных мастеров кисти привносит свои акценты в методы работы предшественников. Благодаря чему экспозиция, собранная за несколько лет, необычна и насыщена не только тематически, но и красочно, а потому достойна лучших площадок. У меня есть большой опыт, мне 10 лет я работаю в этой школе, у меня были уже не первые выпускники, сегодня я выпускаю новую группу свою. Вы знаете, растут, молодцы, мне очень радует это, мне очень радует эта выставка, растет, повышается отношение, улучшается отношение детей к своим работам. Ребенка заставить невозможно, и работа, которая заставлена, она видна только в самостоятельном решении ребенок может сделать именно такую творческую работу, которую вот мы бы хотели сегодня видим. То есть это все работы желанные, самостоятельные в какой-то, только с поддержкой педагога, но в общем-то самостоятельные работы. Оценить старания юных художников берестейцы и гости города Надбуга могут на протяжении 2 недель. Экспозиция будет работать до середины первого летнего месяца.